Всем привет, с вами я, Колян. Сегодня у нас такая игра Man Trap, или же Капкан. Это хоррор, я играю сейчас вечером, поздно, в темноте, с наушниками. Давайте сейчас нажмем играть. Лабиринт с охотником. Ну, это как бы хоррор. Сейчас давайте в какую-нибудь другую комнату зайдем. Так, уже начали. Все, загрузка. Ну, игра не сильно страшная, но атмосферка такая есть. В общем-то, здесь несколько игроков. И один убийца, маньяк. Или же привидение, ну, охотник, в общем-то. И смысл этой игры — надо убить всех охотников. А люди просто бегают, там надо то ли ловушки ему ставить, то ли найти записки, или активировать генераторы. Такая вот прикольная игра. А, вот, мы с вами играем за человека. Мы сейчас с вами в лабиринте. Вот. А что это такое? В общем-то, я, конечно, не знаю, что здесь надо делать. Так, выходим. Чё? Так. Мы сейчас постараемся с вами, не знаю. Я сейчас не знаю, что это за лабиринт. Первый раз на такой карте играю, но она мне не очень нравится, если честно, поначалу вообще. Она не сильно страшная. Да и вообще, давайте сейчас тогда, получается, выйдем. Поиграем что-нибудь другое. Да, блин. При каждом выходе тут реклама. Кстати, у меня уже сегодня было 3 видео. Сегодня выходной. Вообще, я хотел снять лего-самоделки, но у меня телефон упал в воду, поэтому камера очень какая-то мутная, плохая. В общем-то, как-то не знаю. Давайте пока сюда пока зайдем. Смерть. Опять мастер. Что-то он всегда мастер. А давайте тогда сейчас свою создать комнату. Давайте. Вот, один мутант-охотник, вот который сейчас вот в клетке сидит. Есть мертвая пустыня, тоже там мутант-охотник, склад ужаса. Есть катакомбы там тоже. Лабиринт мне не нравится. Давайте возьмем склад ужаса. Эту давайте назовем ее. Я их всегда почему-то называю вот так вот. Дев. Создать. Сейчас будем ждать, пока кто-нибудь присоединится. Игра прикольная. Называется она Капкан. Всем советую поиграть. Обязательно. Эндей. Какой-то еще. Сейчас давайте ему напишем. Не будем писать. Я просто сейчас думаю, что он может уйти. Блин. Что-то как-то игроки не набираются. А играть вдвоем как-то не очень интересно. О, все, давайте поехали. Конечно, 3 игрока не очень, ну, немного, но хотя бы что-то. Потому что я думаю, что кто-нибудь из них мог бы уйти. Я уже, кстати, 2 раза был охотником. А вот сейчас я опять охотник. Я, короче, какой-то призрак. Так, убью молнии. Сейчас я всех тут замочу. В общем-то, я на этой карте не играл. Но я играл в пустыне, а там я был тоже охотником. И здесь один раз только... Там что-то все ушли. Чуть-чуть заоткрыть.
Прикольное место, чтобы спрятаться. Но от меня не спрячешься. Вот он. Сейчас мы его с вами должны убить. Иди сюда. Все, берем тело. Так, где? Вот, нести тело. Понесли. Не, что меня так колбасит? Все, я понял. Ну, пока они что-то генераторы не запускают. Странные какие-то. Сейчас мы тут всех перемочим. Будем надеяться. Ну, в принципе, замочили, но как-то он не совсем умер. Так. Здесь мы с вами были. Опа. Это тело. Что с ним происходит? Эй, это живой человек? Я не знаю, что это? Нифига себе, какого колбасит. Ладно, все. Все равно на него. Ну, давайте откроем. Так, для беспалевности. Сейчас давайте попробуем. Ой, уже кто-то два генератора активировал. А все один. Я все-таки этого же замочил. Ну вот, сейчас как бы надо его найти и убить. Где-то, тварь. Эй, выходи на бой. Честной. Сейчас я так шибану. Миллиард вольт. Сплавлю тебя. Так, я думаю, даже ему страшнее, потому что как бы он один. И, ну, как бы его, ну, один охотник и один игрок. Я сейчас охотник, так что я попытаюсь его сейчас найти. Давайте сейчас попробуем здесь пройти. Ну, склад ужасов, он, не знаю. Нормальная карта, в принципе. Мертвая пустыня мне тоже нравится. По-моему, даже чуть больше. Хотя я не знаю. Ну, где кто? Ой, два генератора. Мне просто нравится так вот бить током. Я не знаю, что это за туча какая-то. Ну, по-моему, чуть похож на тучу. Так, опа, я его вижу, я его вижу. Мочить. Чё он такой быстрый? Все, слышали, я выиграл. Ну чё, смотрите. Чё-то с ним не так, по-моему. Посмотрите ему в глаза. Блин, он такой упоротый в натуре. Давайте его сейчас... Да. Его как-то колбасит чуть-чуть. Чё, браток? Я выиграл? Ничего смотришь-то? Всё, не хочу на него смотреть. В общем-то, мы выиграли. Скоро должна уже загрузиться, что он сдох. Потому что... Давайте пока по нему потопчемся. Да. Какого хер... Как он выжил? Извиняюсь, что я сказал слово. Ну все, все. Конец раунда. Короче, охотник убил всех. Заново. Дачу убить всех. Ну окей, но... А что за... Почему заново все началось? Эй, ребят, я же убил всех. Ну что за фигня, ну? Блин. Теперь два генератора и еще какой-то не совсем адекватный человек. Ну где он? Опять тот же, блин, лысый. Из Бразерс какой-нибудь, я не знаю. Здесь, по-моему, кто-то... А, еле я здесь открывал, я не помню уже. Так, ну мне все равно. Надо сейчас его найти, потому что два генератора он, я думаю, сможет включить вполне. Потому что я еще в этой игре ни разу не выигрывал. Так, фигня. Давайте откроем. Ку-ку, где ты? Я тебя все равно найду и убью. Сейчас ему напишу. Сейчас ему напишу. Где ты? Так. Давайте мы сейчас напишем. Сейчас.
ты не спрячешь. Как там? Чешься, по-моему, как так. Так, не спря... Блин. Не спрячешься. Так, не скажет он мне. Все он мне скажет, сейчас я его... Так, хотя может, вполне возможно, что он наверху. Правда, как туда залезть? А то, по-моему, нельзя залезть. Давайте мы сейчас напишем. Если не скажешь, то будет хуже. Я его вижу. Я его, по крайней мере, видел в красном... Ах ты, тварь. Ага. Давайте мы сейчас напишем. Я тебя предупреждал. Ну и где он? Куда он опять свалил? Позвольте спросить, блин. Я живу только что... Ах ты, тварь. Что ты здесь делаешь? Умри. Лысый из Бразерс. Тупой. Ну все. На этот раз все, я выиграл. И чё? Ну я как бы выиграл, я всех убил. Ну, допустим. Допустим, выйти в меню. Так. Ну, пока только... Давайте тогда сейчас войдемте на катакомбы. Ладно, наверное, я на этом буду заканчивать. Потом еще будем играть с вами. Всем удачи, всем пока.